Вместо тысячи слов Иваново вошло в тройку самых матерящихся городов России. По данным федерального социологического опроса от независимого агентства Zoom Market, по употреблению нецензурной лексики наш город обгоняют только Пермь и Воронеж. Всего в исследовании приняли участие 3000 респондентов. Жителям городов задавали три вопроса. Ругаетесь ли вы матом, как часто и ругались ли сегодня? Ивановцы, судя по результатам, не лукавили и отвечали честно. Экспертов итоги неприятно удивили. Выходит, что в городах-лидерах по сквернословию не просто ругаются матом, а практически разговаривают на нем. Любителям крепкого словца следует брать пример с жителей Казани. Они, как показал опрос, тщательнее, чем кто-либо, следят за частотой своей речи.